Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Архангел Михаил и Бык Себастьян Лопес де Артеага. Около 1650 года, холст масла 190 на 154. Главной целью испанской короны в Америке было распространение католичества. Строились много храмов, а европейские художники отправлялись в Новый Свет, чтобы украсить их. Так Себастьян Лопес де Артеага переехал в Мексику из Севильи около 1640 года. Это большое зрелищное полотно изображает Архангела Михаила, его святилище на горе Горгана. Сюжет справа повествует о пастухе, который обнаружил своего пропавшего лучшего быка коленопреклонным у входа в пещеру, обитель святого. Попытки вернуть животное не увенчались успехом, и тогда мужчина пустил в него стрелу. Она чудесным образом поменяла направление и ранила его самого. В левом нижнем углу картины местный епископ. Занимателен характер связи между персонажами. Иконная фигура архангела указывает священнослужителю на события, происходящие в правой части произведения. Сцена с пастухом и быком дана в нескольких фазах. Герой выпускает стрелу, она летит, затем возвращается и ранит его, и раненый лежит на земле. Лопес де Артеага – последователь испанского живописца Франциско де Сурбарана. Написал эту картину в манере тенеброса. Это стиль, главными чертами которого является драматическое освещение и театральная композиция. Ну вот такое описание к работе «Архангел Михаил и Бык» Себастьян Лопес де Артеага, около 1650 года, я нашел в интернете текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.